Агнеса, я из Латвии. В Гринпаке я работаю с 2019 года. Я пришла сюда резать на линию. Со временем у меня появилась вторая функция, в которую входит поддерживать чистоту и порядок в Гринпаке, который очень красивый. Так как я выполняю две функции, это немножечко и разнообразие. Мне очень нравится работать в Гринпаке, потому что здесь, соответственно, квалифицированный персонал, очень хорошее отношение к людям. И я надеюсь задержаться здесь надолго.